Всех приветствую, с вами Неллис, и в связи с тем, что вы у меня под каждым роликом просите рассказать про материал стиль, я все-таки это сделаю. Хоть он и, по моему мнению, достаточно баянистый, старый, и про него сложно что-то говорить, я все-таки решил заснять это полуразговорное видео. И пока не забыл сказать, подпишитесь на мой второй канал, там будет в основном игровой контент. Вообще, что такое стиль при построении? Перед видео я очень долго анализировал, что же это такое, и перешел к выводу, что в отличие, например, от стиля Nine Circles, там где все уровни однообразные, материал делается по-своему, и сказать на основе чего это строится очень сложно. Давайте, например, возьмем такого креатора, как Optical. Для тех, кто не знает этого парня, расскажу. У него абсолютно каждый уровень выполнен в стиле материал, и невооруженным глазом видно, что они все друг от друга отличаются. Но все-таки что-то общее в них есть. Видно, что они почти все имеют однотонные цвета и забавный фон. Также такие объекты, как орбы, подъемы и порталы, сделаны своеобразно, с помощью некоторых блоков и триггеров. И сейчас вы увидите несколько его уровней. Как я и говорил ранее, они достаточно разные, но большинство таких уровней делается в таких тонах. И кстати, насчет материала уровней. Самые внимательные могли заметить, что даже один из самых оригинальных уровней Geometry Dash World сделан в похожем стиле, то есть материал. Давайте посмотрим на него. Хоть и подробно рассказать и показать, как сделать все эти эффекты из уровня, я уже не смогу, потому что растягивать ролик на час как-то неохота. Но я могу продемонстрировать один из способов, как легко сделать орбы. Ставим орб и добавляем его в свободную группу. Дальше ставим альфа-триггер и нашей группе объектов выставляем прозрачность на 0. И теперь, как вы сделаете орб, зависит только от вашей фантазии. Но я сделаю самый примитивный, и думаю, озвучивать, как и с какой вкладки я беру объекты, не нужно. Поэтому просто смотрите. И вот как получилось. Но это только орбы, также можно сделать порталы, платформы и так далее. Тем более, как я и говорил ранее, он уже достаточно устарел. И делать так уровни немного глупо. Хотя ладно, это уже вам решать, ну а пока что давайте вы подпишитесь на канал и поставите лайк. С вами был Неллис, всем пока.